Итак, всем привет, с вами Саня и мастерская «Сами с ключами». Как-то в одном из своих видео я рассказывал о хомутателе и еще за одним рассказал про дядю Федю, который работает у нас в шахте. И вот смотрите, хомутатель, который я взял у него. Вот такой хомутатель. Мало того, что вот он так выглядит, он еще оказался заводского изготовления. Я, честно, этого не знал. Сейчас покажу. Сейчас камера настроится. 1953 год. Цена точно не знаю, 54 рубля или 54 копейки. Если думаю копейки, то слишком мало, а рубля довольно-таки дорого получается. Но вот такой хомутатель, явно видно, что его колхозили, потому что вот эти трубки приварены по-колхозному. Я точно не знаю, что здесь должно было быть по-настоящему. Но уже есть как есть. До нас он дошел уже вот в таком виде. Смотрите, как работает. Берете вот эту, вот этот винт, крутите, и выходит шток с пропилом, который уже натягивает проволоку, и проволока сжимается в хомуте. Так, ну что, давайте закрутим его обратно и попробуем его применить. Так как этот хомутатель довольно-таки мощный, им можно затягивать очень большие шланги и использовать довольно-таки мощную проволоку. Сейчас мы будем использовать проволоку в 4 мм. Точно так же, как и на моем хомутателе. Сначала сгибаем ее пополам. Примерно посередине оставляем вот такое вот прямое кольцо, короче. Просовываем край проволоки через это же кольцо, то есть опоясываем полностью шланг. Надеваем хомутатель, закручиваем болтики. Довольно-таки, правда, неудобно сделано с болтиками. Использовать барашки, в принципе, было бы гораздо удобней. Но так, как я говорю, как есть, так есть. Так, сейчас я подготовлюсь и уже покажу, как он выглядит на самой шланге. То есть, вот смотрите, сам хомутатель, вот эти вот концы проволоки зажаты в болтики, носик уперт в кольцо, в крайнее, проволока обведена от кольца вокруг и заведена в кольцо. Оба хвоста проволоки затянуты, вставлены в дырки и затянуты болтами. Сейчас закручиваем вот этот вот шток. У нас вытаскивается наш вал и тем самым натягивает хомут. Самозатягивающий хомут делает, вот как надо сказать. Сейчас поставлю, потому что неудобно все это делать одной рукой. Так, и закручиваем его до конца. Как вы видите, смотрите, проволока прямо вгрызается в шланг. Такой толщины шланг затянуть проволочкой миллиметра в два очень сложно, она просто не прожмется. Да и обычным хомутом прожать довольно-таки сложно. Нужен мощный такой хороший хомут. А вот такой проволокой без проблем. При помощи вот такого хомутателя. Так, теперь простым движением переворачиваем его. И хомут сам себя закрывает. Все. Хомут у нас полностью готов. Смотрим сейчас, покажу поближе, вот насколько
глубоко прожалась проволока в шланг, продавила его. Продавливается проволокой шланг по всей длине, никаких пустот не остается. То есть по всему кругу она протянута абсолютно одинаково. Так, ну что, сейчас снимаем хомутатель, откручиваем болтики и сдергиваем его по проволоке вверх. Все, теперь берем пассатижи. И давайте еще раз посмотрим на то, как он хорошо все обжал. Сейчас уже ничего нам не мешает. Смотрим. Проволока затянута идеально. Если надавить сильнее, я думаю, шланг просто разрежет. Даже такой толстой проволокой. Выдержит такой хомут, я не знаю, сколько атмосфер, но явно мощнее, чем обычный даже заводской хомут, который продают в магазине. Отрезаем лишнюю проволоку. И забиваем вот эти концы, чтобы они нам не мешали. Чтобы снять хомут, разгибаем концы и снимаем. Ну вот и все, ставьте лайк. Здесь будет новое видео, вот здесь будет сбоку старое видео. И где-нибудь вон там снизу будет подписочка. Ну все, заходите на канал, смотрите другие видео. И всем пока, удачи!